Накануне православные жители Мариэл, как и христиане православной церкви византийской традиции по всему миру, встретили главный праздник годового цикла – Пасху. Тысячи верующих собрались в храмах в ночь субботы на воскресенье на пасхальную утренню, а во второй половине дня 28 апреля в Благовещенском соборе Йошкар-Олы встречали доставленный из Иерусалима благодатный огонь. Возлюбленные братья и сестры, поздравляю всех вас с великим праздником светоносной Пасхи. Пусть воскресший Христос ниспошлет всем нам мир, радость о Духе Святом, да пребываем все мы в духовном здравии и дохраним этот бесценный источник, питающий нас, святую православную веру. С праздником вас! Воистину Христос воскресе!